Всем привет, вы на канале Crypto Freelance. Сегодня я вам хотел напомнить о таком проекте, как Pook to Earn. Это первая игра на блокчейне Sui. Когда-то проходил минт тестовых NFT, которые пользуются большой популярностью, но тогда, например, у меня заминтить не получилось. Но проект часто в Твиттере разыгрывают вайтлисты и роли в Дискорде. Можете зайти в Твиттер посмотреть. Также у проекта сейчас идет активность в Crew 3, где за выполнение заданий мы получаем разные роли в Дискорд, и всех интересует получение роли Узи, которая дается на 10 уровне. Мне еще как бы немного осталось. Давайте перейдем в статью Medium, чтобы посмотреть, что это. Значит, это эволюционная коллекция NFT с блюющими обезьянами. Значит, NFT мы будем получать на блокчейне Ethereum, и потом бесплатно также получим на блокчейне Sui. Коллекция содержит 10 тысяч уникальных NFT, которые потом дадут нам ранний доступ к игре, и мы будем зарабатывать с вами токены Sui. Как по мне, проект очень перспективный, так что всем советую не терять время и присоединяться к Crew 3, выполнять задания, чтобы заработать хоть какие-то роли, и также в Discord, чтобы быть в курсе всех событий. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, не забываем про телеграм-канал. До новых встреч!